А мы продолжаем знакомиться со стаями вожатых и на сцене представителей физического факультета. Физического факультета на гала-концерте. А потом мы узнали тему Лимпопо этого года, и наши планы пришлось резко изменить. Вожатый? Профессия птица? По отдельности мы себе хорошо представляем, кто такой вожатый, что такое профессия и кто такие птицы. Но как собрать это все вместе, непонятно. Тогда мы стали вспоминать, каких птиц мы изучали в школе и в университете. Тех птиц, которых мы учили в биологии, мы отбросили сразу. А вот те, которые встречались в университете, нам понравились. Первое, что пришло на ум, это гоголевская птица тройка. Но поскольку ответов на вопросы она не дает, то к образу вожатого ее применить нельзя. Другое дело песнь о буревестнике Максима Горького. Есть в ней нужная энергетика, нужная динамика, нужный режим. Именно все то, что нужно настоящему вожатому. Над седой равниной моря он и тучи разгоняет. Между морем и буями наш вожатый отряд строит. Очень ровно по линейке доведет их ровным строем. То свечевкой и столовой, и с вопросом руки мыли? Хотя знает, нет, не мыли. В этом крике жажда пищи, силу воли, пламя страсти и уверенность в победе прививает он отряду. Бизнес-день сегодня будет. Стонем, мечемся по долу, и на дно морской пучины спрятать головы готовы. Ну а дети веселятся, им, наверное, невдомек наслаждение нашей жизни. Как-то ночью на рассвете дети завладели пастой. Только гордый наш вожатый смело спал бы с брюндометем и пустой от пасты тюбик. С каждым днем он все счастливее, просыпается по утру и поют над долом птицы. Надо бы забрать когатку. Ром-папа, в шуме смеха и оконце без крыльца. А ведь я же говорил, надо бы забрать рогатку. И стекло так разлетелось, словно волны об утес, разбивая в пыли брызги изумрудной громады. Но вожатый тихо тлеет всю планшету в уголке, как стрела пронзает позу будущей дискотеки. Вот он носится, как птица, гордый ясный сокол смех, и смеется, и рыдает. Просто так поразмеялся, просто так порыдает. В своем голосе наш сокол уж давно усталость слышит. Он уверен, что не скроет дети сладостей, не скроют. Он и плачет, и смеется. Ярким пламенем пылает свет прощального костра. Воздух ловит запах углей и морской пучины.
ветвей и своей пучине катер, словно молния в море, исчезает так бесследно. Смены, скоро конец смены. Это смелый наш вожатый, гордо смену отслуживший, уезжает в конце лета и, прощаясь, обещает: будет следующая смена. Вот так, собственно, просто и незатейливо мы показали наше понимание темы Лимпопо 2010. Да, в нашем понимании это был вожатый птица. Теперь поговорим о серьезном. Конечно, каждый из нас за время летней педпрактики понял, что быть вожатым сложно. Ведь что отличает вожатого от обычного человека? Во-первых, это особый режим дня. Приходится обходиться почти без сна. Во-вторых, особая ответственность, ведь от твоей ежеминутной работы зависит настроение детей, а значит и результат смены. В-третьих, это полная зависимость от начальства, старшего вожатого и материального обеспечения лагеря. В-четвертых, в-пятых, в-шестых. Но несмотря на все трудности, мы можем гордо сказать: у каждого из нас была своя уникальная смена. У каждого из нас были свои уникальные дети. У каждого из нас было свое уникальное лето. Но несмотря на все трудности, это лето прошло веселым и продуктивным. Смена уже давно закончилась, но мы никогда не забудем все, что было с нами, и это лето. И обязательно поедем на смену в следующем году. И каждому ребенку знаем мы тепло своих сердец, тепло своих сердец, тепло своих сердец царить должны. Мы фантазеры, мы родом из детства, бьется в груди беспокойное сердце. И в трудный час, и час звезды крылатые, рядом с тобой, твой друг, твой вожатый. Путеводная звезда, пожарные, команда навсегда, душой и сердцем понимаем мы, что дети быть счастливыми, что дети быть счастливыми, что дети быть счастливыми должны. Мы фантазеры, мы родом из детства, бьется в груди беспокойное сердце. И в другие часы, час звезды крылатые, рядом с тобою, твой друг, твой вожатый. Рядом вожатый с тобой, рядом твой друг, твой герой, мой герой. Ну что ж, аплодисменты педотряду физического факультета. Давайте погромче поаплодируем.